Ульяновская область в очередной раз подтвердила высокий уровень организации выборного процесса. Такой вывод сделали представители Федеральной Центральной избирательной комиссии. На прошедшем съезде депутатов представительных органов и законодательного собрания присутствовала Елена Орловская, начальник управления по вопросам организации избирательного процесса. По ее словам, выборы в регионе прошли легитимно и спокойно, а исполнительная власть и избирком хорошо взаимодействуют друг с другом. У нас далеко не во всех субъектах Российской Федерации председатели территориальных комиссий работают на штатной основе. Здесь, в Ульяновской области, давно уже, с 2006 года, губернатор, законодательное собрание находят возможность, финансовую возможность для того, чтобы комиссии работали на штатной основе, и система развивалась штатно, система развивалась профессионально. И, наверное, это во многом результат того, что выборы в Ульяновской области всегда проходят спокойно. Затем Елена Орловская вручила награду от Центра избиркома Российской Федерации губернатору Сергею Морозову. Глава региона отмечен медалью Центральной избирательной комиссии за содействие в организации выборов. Напомним, повторные и дополнительные муниципальные выборы прошли 8 сентября. Каждая из 21 избирательной кампании прошла в строгом соответствии с законом. Своим активным избирательным правом воспользовались чуть больше 19 тысяч избирателей. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.